что, друзья, всем привет! Из названия вы уже поняли, о чем пойдет речь. Это видео не будет о стройке, об обкете, об экскаваторе. В общем, что я хотел сказать, я записываю сейчас спонтанно это видео. Короче говоря, давайте начнем сдалека. Каждый штат в Америке имеет свою особенность. В каких-то штатах выпадает снег, люди покупают снегоходы. В каких-то штатах есть горы, люди покупают там квадроциклы и прочую технику. Вот, но вы видите из моих видео, что здесь во Флориде у нас, в частности в нашем городе, очень много разных каналов речных, разных пляжей, разных ответвлений рек, очень красивых и живописных. И поэтому в нашем городе очень сильно распространена тема лодок. Вот, и я долгое время посматривал разные вариантики, там присматривал себе, приценивался. И сегодня утром попался мне один вариантик. Человек выставил лодку. Это лодка Sea Ray 2000 года с 3-литровым мотором Mercury. Вот, я с ним начал переписываться, но он говорит, что очень много людей должны приехать смотреть. Я сказал, что дай мне знать, когда ты сможешь, и я постараюсь первым быть. В общем, я приехал на 5 минут раньше остальных. Последнее слово было за мной. Поснимать там не получилось, потому что все было в спешке, все было быстро. Еще много людей за мной стояли, которые хотели тоже бы посмотреть. Даже готовы были выкупить ее. И даже они говорили ему, что мы тебе больше дадим. Но он сказал, вот есть первый человек. И преимущество было то, что я привез ему кеш. В общем, я взял за 4000 эту лодку. И вот сейчас я остановился буквально на пару минут, чтобы записать вам это видео и показать хоть визуально, что это за лодка. В общем, ребят, я повторюсь, это лодка Sea Ray 2000 года с 3-литровым мотором Mercury. Вот, ребят, состояние кожи для этого года, мне кажется, очень даже ничего. Единственное, вот эти вот ручки, предыдущий владелец сказал, что они чуть-чуть подсвившие, но они на Амазоне стоят в районе 10-19 долларов за штучку. Это же и касается руля. Видите, чуть-чуть здесь такие есть от времени уже как пятна, но я думаю, что это с хлорочкой можно будет вычистить. Вот он мне дал полный набор для безопасности. Жилеты, весло, огнетушитель, свисток. В общем, все, что нужно для того, чтобы выехать сразу и плавать, у меня все есть. Также такой тент раскладывается над головой, полностью над вот этой частью, где сидят люди, кроме фронта. Вот, и с этим тентом можно ездить, он сказал, со скоростью где-то около 35 миль в час. Это где-то 50 километров в час. То есть он не будет рваться, ломаться. В общем, вот такая лодочка. Я быстро бегло вам ее показал визуально. Дальше у меня идет этап, когда мне нужно все оформить, получить полностью все документы для того, чтобы я мог легально выплыть, чтобы меня не оштрафовали нигде, ничего. Все, следующее включение, я думаю, будет, когда я ее оформлю. И не знаю, хотелось бы побыстрее, конечно, спустить ее на воду, но у нас сейчас зима, достаточно холодно на улице, прохладно. Не знаю, может быть, я не хочу затягивать это видео, и может быть, оденем свитера, то выйдем, хоть попробуем покататься на ней, как что, а там уже, когда придет лето, я сниму такое видео с тюбами там со всем, как можно этой лодке дать жизни. Вот, так что вперед, вот такой видосик, не переключайтесь, я думаю, будут хорошие кадры. Погнали. Ну что, ребятки, спустя неделю я решил себе оформить лодку, потому что не было там еще бумажек некоторых. И вот уже пришел наш DMV, такс-коллектор. И будем оформлять, посмотрим, что там. Раньше они вызывали по номеркам, а сейчас начали вызывать по номеру телефона. И вот они пишут, что сначала смс-ка пришла 8 минут назад, что будет 19 минут, буду ждать. И вот 2 минуты назад прислали 9 минут. Называют номер телефона, последние 4 цифры, и вызывают. Ну что, ребятки, полчаса страданий, и мы получили все документы на лодку, на прицеп, номер я купил. Вот регистрацию. До июля месяца будет регистрация. Теперь можно плавать, кататься.
И как раз там написано, что ночью на мое день рождения регистрация пройдет. В смысле, закончится. Всего обошлось мне оформление со всеми там этими около 120 или $130. Где-то так. Все теперь легально. И можно спускать лодку на воду и кататься. В принципе, можно было и так. Они там дают 30 дней, как бы со дня покупки, они дают 30 дней на то, что ты можешь там не оформлять. Можно было плавать. Вот, ну, мне спокойнее, когда уже все оформлено. Ну и плюс сейчас погода нелетная, дождь идет. Но я думаю, в ближайшее время мы спустим с детьми. Дети уже хотят нереально поплавать. Поэтому следующее включение, я думаю, будет уже именно с воды. Так, ну что, ребятки, первый раз мы спускаем лодочку на воду. Ну что, ребятки, тронулись, полный бак. Потихонечку поплыли. Надо еще привыкнуть к управлению. Так, проходим под железнодорожным мостом. Проплываем по местным каналам. Погодка сегодня не самая лучшая, конечно, снимать. Ветер большой. Вот. Ну, а так прикольно, конечно, с семьей время провести. Вам нравится, дети? Да, спасибо. Ну что, друзья, прошло еще несколько неделек, значительно потеплело, и сегодня мы приехали в специальный парк, где можно справляться на лодках. Вот здесь вот семьи отплывают, такая суета, очередь. Вот, и сейчас мы тоже спускаем нашу лодочку и попробуем сегодня еще здесь вот покататься. Ну что ж, друзья, вот мы уже и на воде, компания здесь большие, куча лодок, паркинг забитый. Поэтому отправляемся тренироваться дальше.
Вот ребята тоже спустили лодочку, катаются себе, наслаждаются. Навесик на таких распорочках стоит. Дельфинчики, как всегда. Вон, вон, вон. Ух ты, большой! Вот он. Вот он. Вот он. Вот он. Вот он. Вот он. Ну все, друзья, вот так вот закончился наш второй день учений, катания на лодке. Познаем мы науку, как опускать моторы, как подымать. Вот сейчас пробочку открутил, вода слилась. В общем, целая наука. Нужно еще учиться, учиться заезжать. Хорошо, второй раз. Кстати, сегодня я очень удачно заехал. Первый раз что-то понесло не туда. Я не сообразил, что можно еще задним ходом работать. Вот, ну, в целом все нормально, поэтому, ребят, здесь дрон не запускается, потому что рядом военная база, поэтому не получилось сделать красивых кадров. Но, я думаю, впереди лето, обязательно сделаем, поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить. Ребятки, ну что, карантин продолжается, и мы сегодня третий раз за все время уже выезжаем на лодке. Что интересно, что закрыты все парки, закрыты океан, даже закрыть нельзя на пляж выходить купаться. Единственное место, которое открыто, это парк лодок, где можно спустить свою лодочку и поплавать. Очень пользуется спросом, поэтому люди с семьями и друзьями грузятся в лодки и плавают. Чем и мы сегодня займемся. Так что очередной раз тестируем нашу лодочку. Уже вон Мирон с Ростиком сидят. И поплывем сегодня. Может даже получится где-то припарковаться и нырнуть поплавать. Ребят, ну а вот это вот чудесное место,
Здесь есть такая мель, и люди на лодочках приплывают, садятся на якорь и гуляют, плавают, купаются, жарят шашлык. И мы вот тоже поставили нашу лодочку, поставили якорь. Малыши уже купаются. Обалденно. Сейчас время отлива, и эта территория стала еще больше. Так что супер просто. Сейчас, может быть, подниму дрончик и попробую показать, как это выглядит сверху. Все, ребятки, вытащили лодочку уже третий раз. Ребят, еще хочу показать такую штуку. Мы проплавали где-то 3 часа, в общем. Вот, и я заправил полный бак. И вот стрелка буквально, может быть, чуть-чуть пошатнулась. Мотор не глушился все 3 часа, потому что мне немножко дискомфортно, если я глушу мотор на случай, если вдруг что-то не так пойдет и не заведется, вот, чтобы я мог выплыть. Потому что когда машина глохнет на дороге, это одно, можно кому-то позвонить, вот, и попросить зацепить, но с лодкой чуть сложнее. И еще хотел показать вот такую штуку, ее характеристики. То есть 8 человек может ездить, ну и тут модель, все указано. А вот так вот производится мойка двигателя от соленой воды. Одеваются такие наушники, подключается шланг, заводится лодка. Вот, и двигатель промывается пресной обычной водой. И вода отсюда выходит очень горячая, буквально можно обжечься. Я попробовал, градусов 80-90, наверное. Так что вот так вот мы проводим наше время на карантине. Я же говорю, что это единственное место, которое не закрыто, которое можно посещать. Все пляжи закрыты, купаться нельзя. Только таким образом выплывать на лодке. Несколько раз встречали полицейских, то есть никаких вопросов не было, все хорошо. Так что, друзья, чтобы не скучать во время карантина, подписывайтесь на наш канал.
что-то здесь там можно увидеть. Не всегда может все интересно, но зато стабильно. Все, всем удачи, пока, выздоравливайте и не болейте.